Во всех школах нашей необъятной Родины сегодня начинается учебный год. И все повторяется. Уроки, перемены, контрольные. Но есть среди нас те, кто пришел сюда в первый раз. Наши первоклассники. Наши корреспонденты Настя и Слава возьмут у них интервью. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Кирилл Поляков. Кирилл Поляков. Скажи, пожалуйста, ну почему же ты решил учиться в нашей школе? Потому что, чтобы многому научиться и выбрать себе хорошую профессию. А ты уже решил, кем ты будешь в будущем? Да. Кем? Архитектором. Привет, как тебя зовут? Миша. Миша, скажи, что ты сложишь в свой школьный портфель? Тетради, пенал, альбом. А как же игрушки? Да. Какие? Лего. Отлично, спасибо. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Долотова Дарья. Долотова Дарья, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то хобби? Я занимаюсь художественной гимнастикой и фигурным катанием. Тебе нравится кататься на коньках или больше заниматься художественной гимнастикой, прошу прощения? Ну, мне кажется, будет интереснее заниматься художественной гимнастикой. Привет, а как тебя зовут? Сидорова Лера. Лер, скажи, что ты будешь делать после школы? Пойду домой. А что ты будешь делать дома? Учить уроки. И все? Спасибо. Как же спать? Приглашаем к микрофону первоклассников. Ребята, поприветствуем наших маленьких друзей аплодисментами. Большое вам спасибо! У вас впереди большая школьная жизнь!